Я еще не врезалась тебе за то, что ты занял место в Голливуде, которое по праву мое. Юлия Тинникова исполняет единственную в спектакле стопроцентную женскую роль, потому что еще двух женских персонажей играют актеры-мужчины. Такова задумка режиссера спектакля. Сергей Потапов сейчас один из самых востребованных театральных постановщиков в стране. Только в 2015 году поставил 7 спектаклей, а начинал год в Абакане в театре «Читиген». Я ставил в «Читигене» спектакль «Сумасшедший Муклай». Вот. И год... Этот год тоже вот я начинаю опять с Хакасии. Если тот год у меня был удачный, я надеюсь, этот год тоже будет удачный. Я после вас лечу в Екатеринбург, там буду ставить в театре драмы Бергмана. Сергей Потапов работает в Якутии. Он выпускник курса Марка Захарова в ГИТИСе. Поставил уже 40 спектаклей и снял 9 художественных фильмов. Он участник множества творческих проектов, в том числе и лаборатории современной драматургии, которая проводилась в Абакане 5 лет назад. Главный режиссер Национального театра Баатар Калаев предложил ему поставить современную пьесу модного ирландского автора Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишман». Читка идет третий день. В спектакле 9 актеров. В главной роли молодого инвалида Билли Клейвина актер Валентин Ульчугачев. Ему предстоит за 2 недели выучить колоссальный по объему текста, еще прожить жизнь своего героя на сцене. Сцена, если идет, и где-то надо драматизма добавить, а там динамики нету. Получается, зритель у нас просто будет засыпать. Это никому не нужно, ни зрителю, ни нам. Как бы нужно действие всегда делать. Поэтому как бы приходится сразу экспериментировать. Персонажи говорят очень простым языком. Его можно назвать сленгом рыбаков. Со сцены отпускаются весьма сочные эпитеты. По ходу пьесы часто возникают комичные ситуации. Я бы не сказала, что это комедия. Это что? Возможно, какая-то трагедия жизни людей. Спектакль, несмотря на простоту языка, не прост для восприятия, поэтому режиссер Сергей Потапов рекомендует всем зрителям предварительно почитать пьесу. Интриги добавляет и то, что фабулу пьесы режиссер не открывает и журналистам. Но ждать недолго. На постановку спектакля руководство театра отвело всего 3 недели. Вскоре актеры начнут репетировать на малой сцене, а уже 5 февраля премьера. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.